Спасибо, Николай Васильевич. Добрый день, коллеги. Меня зовут Игнатов Юрий. Я представляю завод «Левиани». Вообще мы производим сельхозтехнику, но кроме того, что мы ее производим, мы помогаем нашим партнерам, нашим клиентам внедрять трехзвенные технологии у себя в хозяйствах, аккумулируем опыт, получившийся в результате этого внедрения, и стараемся доносить этот опыт до всех желающих. Ну, не секрет ни для кого уже, да, что бункер-перегрузчик – это один из видов продуктов, которые мы производим на поле, позволяет оптимизировать работу многих видов техники, комбайнов, улучшает оборачиваемость автотранспорта, сокращает простой посевных комплексов, сокращает простой разбрасывателя удобрений. Вот о разбрасывателях удобрений и вообще об этой операции, с этой операции я хотел бы начать сегодня. Что происходит у нас на поле, когда мы занимаемся подкормкой озимых, внесением удобрений по мёрзлоталой почве? Обычно при этом разбрасыватели удобрений имеют небольшой бункер для удобрений. Это, как правило, куб, два куба, очень реже, когда встречаются с большим объемом разбрасывателя. При этом процедура разбрасывания происходит порядка 10-12 минут. После этого необходимо подъехать опять к краю поля, загрузить разбрасыватель. Загрузка при этом происходит 6-8 минут. То есть в сравнении, да, работа и загрузка, у нас на загрузке получается большой простор. Что у нас происходит, если мы добавляем бункер-перегрузчик? Видео не запускается, да? Давайте попробуем. Да. Что происходит, если добавляем бункер-перегрузчик на поле? Если получится запустить видео, на видео у нас видно, что бункером-перегрузчиком, во-первых, у нас количество транспорта на поле сокращается. Один бункер-перегрузчик и трактор и водитель. Здесь видим, да, что бункер-перегрузчик дальше может подать в разбрасыватель ровно столько, сколько нужно. 700, значит 700 нужно. 1300, 1300. 1700, значит 1700. Достичь такого бигбэгами можно, но при этом нужны растариватели, и как раз из-за этого происходит задержка по времени. Ну вот в данном ролике у нас минута 50 секунд, но ребята потом приловчились и от 40 секунд до минуты загружают. Если нужны будут адреса, пароли, явки, все предоставлю, но позже. Дальше разбрасыватель поехал работать. Таким образом, у нас за одно и то же время, а при внесении удобрений по мерзлопоталой почве, времени, как всегда, очень мало. И очень важно обработать как можно большее количество площадей. Следующий момент, о котором последний год много разговоров, у нас пока не так много опыта здесь, но это миксование разных видов удобрения и получение сложных удобрений и внесение их за один проход. Здесь мы тоже помогаем, значит, мы создали такую опцию для бункера-перегрузчика, как двухсекционный бункер-перегрузчик. Здесь на картинке бункер показан на срезе. Видно, да, что можно загрузить в одну секцию одни удобрения, в другую секцию другие удобрения. На подаче на горизонтальный шнек у нас работают шторки, которые, опять же, подавать можно дозированно. Шторку можно открыть на 20%, на 70%, на 50%. Секцию можно поставить 1:3, пополам. То есть это все вопросы решаемые. В результате мы в разбрасыватель подаем хороший микс, такой хороший винегрет получается. Достичь такого бигбэгами, даже если вы два бигбэга вывесили и одновременно загружаете, такого невозможно. Следующая операция. Химическая обработка культур. Значит, еще одна опция к технике, к нашей. Установка протравливания. Вообще используется для обработки семян фунгицидом, но в последнее время популярна обработка бобовых инокулянтов. Причем обработка бобовых инокулянтов прямо на поле, это очень хороший получается эффект при этом, потому что семена попадают в течение 2 часов в землю и в почву, да, и, соответственно, у нас концентрация бактерий максимальная. Повышение урожайности наблюдается 20-30%, плюс к этому лучшее образование клубеньков, большее количество и так далее. Опять же, видео запустите, пожалуйста. Как это происходит? Да, сейчас буквально чуть-чуть, если получится запустить видео, покажу.
Дополнительное оборудование к технике, которое оснащается, вот, пожалуйста, подается, ну, в данной ситуации у нас пшеница, и мы показываем, как фунгицидом работает, аналогичным образом работает система с инокулянтом. Бак можно поставить черный, чтобы не просвечивался. Сверху тентовая система, после обработки также накрыли тентом, свет не попадает. А в шнеке самозагрузки стоит две форсунки, и в процессе подъема зерна по шнеку многократное перемешивание происходит, прекрасное обволакивание. А результаты можно, опять же, просто взять, испытать у себя и посмотреть, что получается. На сегодняшний день мы делаем машину для одной из компаний, которая пожелала посмотреть, а что будет, если обработать фунгицидом и тут же обработать инокулянтом. То есть ставим две установки. Следующий процесс. Здесь у нас уже пошла классика. Да, значит, работа соблюдения агросроков на севе и сокращение простоев на севе. Традиционно мы добавляем порядка 30% к эффективности, но дальше начинаются интересные вещи. Вот этот взрыв, да, в 60%, за счет чего, вопрос, начали применять ночной сев. То есть бункер-перегрузчик, если с вечера загрузили семенами и удобрениями, вывезли на поле, он способен обслуживать посевной комплекс еще 3-4-5 итераций в зависимости от того, какой бункер у посевного комплекса. Не нужно держать склад, не нужно держать весовую, не нужно держать людей на такую. До 4 раз увеличили производительность на посеве. То есть, если в прошлом году сеялись за 2 недели 4 посевными комплексами, в этом году отсеялись, вернее, наоборот, в 19-м за 2 недели 4 посевными комплексами, в 20-м отсеялись за 1 неделю 2 посевными комплексами. Опять же, секреты, как это происходит, нюансы, при желании, пожалуйста, поделимся этим опытом. Про комбайны, про ускорение работы комбайнов как таковых, да, здесь тоже ничего не буду говорить, много об этом говорили, все уже знают. Но опять же, простое комбайнов и автотранспорта – это всегда видимое и ощутимое. Да? Мы сразу видим во время уборки, что у нас простое, где мы попадаем. А есть у нас вещи, которые мы не видим во время уборки. Да? Мы не видим, как испаряется влага. Мы не видим, сколько у нас в терну стекает. Мы не видим, сколько у нас осыпается. Мы это видим потом, когда мы уже убрали, мы понимаем, мы вырастили 43 центнера на гектаре, а убрали 38. Куда 5 центнеров вились, непонятно. Юрий Владимирович, минутка у вас. Я стараюсь. Поскольку необходимо ускориться, значит, традиционная уборка, да, если мы сделали, вот подготовили такую модель, предположим, вырастили 30 тысяч тонн, при традиционной уборке у нас обычно убирается не 30 тысяч тонн, а порядка 25. Дальше, если мы начинаем применять трехзвенные технологии, мы убираемся быстрее, за счет этого сокращаем потери. А некоторые наши клиенты уже несколько лет используют вообще новаторский метод. Уборку сдвигают на 6-7 дней, 5-6 дней. При этом начинают убирать зерно с влажностью, ну, если мы говорим про пшеницу, с влажностью 18-20 до 22%. Сколько способна отработать сушилка в хозяйстве, это не важно. Сколько способна, столько и отрабатывает. Остаток закладывается в рукава. Рукава прекрасно, пластиковые рукава прекрасно хранят влажное зерно. Не продолжительное время, не бесконтрольно. Этот процесс обязательно надо контролировать, это не останется безнаказанным. Но если контролировать процесс, то можно без потери качества сохранить в течение некоторого времени зерно. До 4 месяцев наши клиенты хранят зерно влажное в пластиковых рукавах, без потери качества. Что нам это дает? Мы еще сокращаем, еще больше сокращаем потери от пересыхания зерна, и мы еще больше сокращаем потери от осыпания. Если это все теперь перевести на экономику, и опять же, вот, поскольку минутка всего осталась, уже не осталось. Ну, дайте мне, ради бога, еще минутку. А если все это перевести на деньги, давайте так вот дойдем до денег уже теперь. Мы получаем что? Давайте все-таки вот так. Мы получаем, что потери наши при ранней уборке с ускорением составляют всего 0,5%.
При этом есть еще один эффект. Когда мы убираемся при традиционной уборке, если у нас средняя цена нашего зерна, потенциала нашего выращенного 12 тысяч за тонну, не сегодня, не вчера делалась презентация, не смотрите это. Если при традиционном варианте уборки мы можем рассчитывать на 11 рублей, потому что потеря качества, она все равно наблюдается. Все равно часть зерна, истекание, никто этих процессов не отменял. Если мы ускоряем уборку, то мы получаем зерно чуть большего качества. А если мы применяем раннюю уборку с ускорением, здесь мы можем рассчитывать даже на большую цену за счет двух эффектов. Первый эффект – это зерно, которое у нас лежит влажное в рукавах, мы потом можем замиксовать с пересушенным зерном. Каждое зерно стремится к своей нормальной влажности. И перетекание влаги происходит, это уже практически доказано. И это используют. Этим можем тоже вот это поделиться. И, соответственно, мы достигаем двух эффектов. Во-первых, сушим зерно без сушилки. Во-вторых, получается, что мы влагу по цене зерна продаем. Юрий Владимирович, перебираем сильно. Нам, хорошо. Да. Заканчиваю. Дальше. Зерно, которое лежит у нас в рукавах, мы можем контролировать качество в каждом рукаве и при необходимости миксовать. Спасибо, Юрий Владимирович. Буквально два слова еще, и все, и действительно заканчиваю. Если посмотреть на прибыль, на разницу в прибыли, да, то мы на рентабельность. Разница в рентабельности 97% и 14%. Вот, как обещал, два слова заканчиваю. Максимизация прибыли – это цель каждого коммерческого предприятия. Не просто извлечение прибыли, а ее максимизация. Давайте заниматься этим. Спасибо. Спасибо большое. Есть вопросы к Юрию Владимировичу? Кстати, вот мы когда проводим мероприятие по ноутилу, но это к орошению никакого отношения не имеет, я так понимаю, то там прямые рекомендации использовать бункера-перегрузчики для того, чтобы не уплотнять почву, чтобы КАМАЗы не заходили на поле при разгрузке комбайнов. У практиков, вот особенно на Ставрополье и так далее.